Аптеки в Андреевке и Солнечном севастопольские чиновники попытаются открыть к июлю. Такую задачу перед правительством намерен поставить глава города Дмитрий Овсянников. Сейчас у жителей этих населенных пунктов нет возможности получать необходимые им медикаменты. Аптек рядом попросту нет. Не идет частник ни в Андреевку, ни в Солнечное. Будем, видимо, брать это на исполнение государственным учреждением, либо все-таки предусмотрим некую субсидию для того, чтобы привлечь частника. Помещение, которое есть у нашего учреждения здравоохранения, мы предоставим частнику, и он к 1 июля откроет аптеки, где будет не только выдача льготных лекарств, но и общий ассортимент. Дмитрий Овсянников считает, что без дополнительных субсидий привлечь частников в поселке не получится. Торговля в этих районах попросту невыгодна предпринимателям. Еще одна новость от главы города позволяет предположить, что в ближайшее время жителям Андреевского муниципалитета будет трудно вовремя получить медицинскую помощь. В этом году также в ремонт уходит амбулатория в Андреевке, тоже будут определенные сложности. Я надеюсь, что мы их все вместе переживем, но будет капитально отремонтировано здание.